Вообще, вот, чтобы совсем до конца не казаться сволочью, могу сказать Насте Евлееве: Настя, офигенный формат вечеринки. Если бы вы были все нормальные люди, я бы с удовольствием к вам присоединился. Во всем мире такой формат достаточно известный. Во Франции, в Кабдаге очень много похожих мероприятий. Я бы с радостью пришел бы со своей женой вместе. Блин, было бы прикольно, если бы она привела меня бы в чулочках на поводочке. Это было бы очень-очень креативненько и классненько. Но вас ждет Северная Корея. Строим и в пионерских галстуках. Пипец. Трахались? А тебе это ебать не должно. Пишем? Ну что ж, всегда приятно увести из-под носа у Дудя такую акулу. Сразу бы хотел сказать, что у вас потрясающие глаза. Вы в трусах сейчас? Нет. Я не верю, честно говоря. Можете доказать? Блядь, это было бы так охуенно. Я тебе больше скажу. Человек, который снимает трусы, он становится свободным. Вы в жизни был секс? Я люблю трахаться. Очень люблю трахаться. Я свободный. Свободный. Чё мне эту жизнь-то... Ну я это уже... Ну чё мне надо делать? Ну так случилось. Просто у нас должен быть искренний вайб по интервью. Зрители чувствуют фальшь. Можно просто в бар зайти и поебаться. А как? Фух. Ой, все, не могу. Ой, хорошо. Похоже, что я сейчас сексом занимался. Вот это у вас, честно говоря, не сильно похоже. Так что сделайте уже что-то с этим. А я предложу тебе на клитор. Ты сразу кончишь. Не так я хотел, конечно, первый раз. Оцените себя как актера. Сколько из 10? Я снимался у великих режиссеров. Скажи, пожалуйста, а что я, когда вот у них снимался, я в своей природе, по своей природе был другим? Здесь вопросы задаю я. Я вот по вам учился, честно говоря, трахаться. Витя Сухорубков — это Путин. Витю Сухорукова в жмурках за мы с Дюжевым. Вот если бы у Путина была бы такая судьба, было бы круто. А я вообще заканчивал актерские курсы имени Дмитрия Дюжева. Поэтому у меня не нервы, а стальные канаты. Мы же никогда не скрывали, что мы свингеры. Я никогда не скрывал, что я би. Ты научил меня всему. Кто вам дороже? Я или мама? Я мудак. Каждого из нас секс в голове не то, что на переднем плане, ну, на одном из передних планов. У каждого из нас. Кто бы ни жил где, в деревне, в колхозе, в городе, в стране. Даже у Верлей. Ребят, я же не советую вам
какие, не знаю, чулки одевать, надевать, или как, я же не лезу к вам, почему вы осуждаете? Нам нравится так. Помка, но опять сегодня. Как-то все, к сожалению, получилось, потому что опять отлично едешь все и получилось. Думаешь о том, сейчас будет такой серьезный, и вот прямо сейчас все как? Точно. У нас было все очень серьезно, мне кажется. Ну, думал, сейчас донесу прям свои мысли, и меня все услышат. А получилось так, что у меня это, в результате... Мне кажется, все, кто захочет, услышит. Мы услышали. Ну, вам огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Пацаны не извиняются. И ничего не работает. Для начала я снимала какие-то не очень смешные ролики, они не расходились, а потом что? Это было даже не странно, это было очень омерзительно. Я попробовала размером с мизинец. Длина. Да. А ширина вот большой палец. Две черные головки. Я могла не брать в рот, но жизнь такая штука. Я взяла в рот. А вот, друзья, вам и мудрость от Насти Ивлеевой. Жизнь такая вещь, как говорится. Пипец. Вы что здесь трете? Бежать!